В горах Алматы искали двух туристок. Женщины заблудились в густом тумане и отстали от группы. Их поиски заняли 2 часа. Туристы отправились на пик Совета в горах Зайлийского Алатау. Во время спуска местность окутал густой туман. Из-за практически нулевой видимости две женщины 37 и 44 лет сбились с пути. Они отстали от группы и заблудились. Чтобы связаться со спасателями, им пришлось подняться на одну из вершин. Оперативная группа сразу отправилась на поиски. И спустя 2 часа сотрудники МЧС обнаружили потерявшихся женщин. Их осмотрели и помогли спуститься к лагерю, где их ждали остальные туристы.